Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня я хочу поделиться с вами простым рецептом рыбного блюда. Рыбу буду запекать с грибами, в сметане, в духовке. Готовить буду филе пангасиуса. Сначала подготовлю все необходимые продукты. Здесь у меня 90 грамм сыра моцарелла. Жирность сыра 45%. Вы можете использовать любой сыр твердых или полутвердых сортов, по вашему вкусу. Сыр натираю на крупной терке. Список всех необходимых продуктов я оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Натертый сыр перекладываю в миску и пока отставляю в сторону. Теперь нарежу лук. У меня одна луковица весом 160 грамм. Количество лука по вкусу. Нарезанный лук также перекладываю в миску. Здесь 370 грамм шампиньонов. Грибы могут быть любыми. Их количество по вашему вкусу. Нарезаю грибы на слайсы. Филе пангасиуса у меня 880 грамм. Рыба тоже может быть любой по вашему вкусу. Филе я предварительно разморозила. Нарезаю порционно и пока перекладываю в миску. Здесь небольшой пучок укропа вместе с петрушкой. Зелень может быть любой по вкусу. На сковороду наливаю немного подсолнечного масла. Когда сковорода нагрелась, высыпаю лук и готовлю до полупрозрачности. Добавляю грибы и готовлю до испарения влаги от грибов. И готовлю еще примерно 1 минуту после испарения влаги, чтобы грибы немного поджарились. Форму для запекания смазываю небольшим количеством растительного масла. Выкладываю грибы и распределяю их равномерно по форме. Немного солю. Посыпаю черным молотым перцем по вкусу. Сверху посыпаю зеленью. Часть зелени оставляю для того, чтобы после посыпать ею рыбу. Снова на сковороду наливаю подсолнечное масло и буду жарить рыбу с двух сторон до легкой золотистой корочки. Поджаренную рыбу укладываю сверху на грибы. Здесь 170 грамм сметаны жирностью 15%. Жирность сметаны по вашему вкусу. К сметане добавляю 150 миллилитров молока жирностью 2,5%. Вы можете взять молоко любой жирности по вашему вкусу. И перемешиваю до однородности. Теперь рыбу совсем немного солю и совсем немного посыпаю черным молотым перцем. Добавляю специи для рыбы. Специи у меня 1,5 чайные ложки. В составе специй кунжут, зерна горчицы, морковь,
кориандр, паприка, мускатный орех, чеснок, цедра лимона, укроп, лимонная трава, черный молотый перец, имбирь, лук-порей и куркума. Теперь поливаю рыбу и грибы смесью молока и сметаны и запекаю в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз примерно 15-20 минут. Через 20 минут посыпаю рыбу оставшейся зеленью. Посыпаю сверху сыром и отправляю в духовку еще на 5 минут, для того, чтобы сыр расплавился. Рыба готова. Одну порцию положу на тарелку, чтобы показать ее вам. Список продуктов, которые мне понадобились для того, чтобы приготовить это вкусное филе пангасиуса с грибами в сметане в духовке, вы сейчас видите на экране. В моей семье любят есть такую рыбу как на обед, так и на ужин. Есть ее можно как самостоятельное блюдо, так и с гарниром. В качестве гарнира можно использовать, например, рис или картофель. Приготовьте рыбу по этому рецепту. Думаю, что ее вкус вам тоже понравится. Отломлю небольшой кусочек, чтобы показать вам. Рыба получается сочная и вкусная. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Мира вам и добра! До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!